казино. Вбегает туда девушка, уже такая порядком подвыпившая, такая прекрасно она выглядит. И говорит, подождите, подождите. Когда я в казино работаю круглосуточно, все сразу на нее обратили внимание. Подождите, не бросайте, не бросайте, не бросайте шарик. Я хочу поставить $1000 в число. Ну и там довольно сумма большая, в число поставить аж $1000. Значит, крупье шепчется, там администратор показывает, что, мол, да, примем такую ставку. Она, пожалуйста, да, ты $1000 в число. Ставит, значит, на число, говорит, ну, у меня одно условие, пожалуйста, я хочу, чтобы вот пока будет крутиться шарик, я такая эмоциональная, и у меня есть свои фартовые вещи, свои, я всегда выигрываю, ни разу не проиграла, я хочу, чтобы пока крутится шарик, я вот здесь голенькая стояла просто, и на ходу начинает раздеваться, чик расстегивает платье, снимает лифчик, снимает трусики, бросает куда-то в сторону, и говорит, бросайте, ну, крупье так застыл, это шарик, он рулит, все, выпадает, она, ура! Целует, обнимает крупье, хватает шарик, целует шарик вообще. Просто все там аплодируют, казино, супер, вообще класс. Ей, значит, просто отгребают кучу денег, там, значит, посчитали, все, дают фишки. Она так схватила эти трусики, этот бюстгальтер, это платье, на, до свидания. И, значит, все в шоке такие стоят. И один крупье второму говорит, слушай, говорит, какая она фартовая. Говорит, кстати, а что выпало? А второй говорит, а на какое число она ставила?